Hot News. Скандал в Давосе. Порошенко велел русскоязычной журналистке раздеться. Какое издание она представляла, осталось неизвестным. Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе поссорился с русскоязычной журналисткой, которая решила задать политику неудобный вопрос. Он посоветовал ей снять вышиванку, которая является традиционной одеждой украинцев. Как сообщает портал ТСН, инцидент произошел 24 января. Журналистка в вышитой сорочке и микрофоном без опознавательных знаков обратилась к украинскому президенту с вопросом о том, зачем он принял закон о войне. Вероятно, речь идет о законе по деоккупации Донбасса минус примечание. Порошенко пообещал ответить на вопрос, только если он прозвучит на украинском языке, а также посоветовал девушке снять вышиванку. На замечание представительницы СМИ, что он прекрасно понимает русский, политик ответил, что отвечать на вопросы будет только на родной мове. «Я понимаю и английский, и другой, но на вопросы отвечаю на украинском», — сказал Порошенко. После этого девушку вывела охрана. Теперь журналистку могут лишить аккредитации. ТСН называет случившееся традиционной провокацией российских СМИ, которые всегда проинформированы о том, где можно встретить украинскую делегацию. Скандальный закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной Радой 18 января. Согласно документу, территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик являются оккупированными, а Россия официально признана страной-агрессором. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.